Новость о назначении нового главного прокурора области собрала в актовом зале областной прокуратуры аншлаг. Правда, сам виновник этого собрания опоздал. Правильнее сказать, задержался. Впрочем, как любой начальник. Специальный гость из Астаны, заместитель генерального прокурора республики, представил собравшимся нового главу областной прокуратуры. Им стал Ибрагим Иманов. К слову, раньше господин Иманов был заместителем бывшего областного прокурора Берика Култасова, поэтому проблем с адаптацией не будет. Ибрагим Иманов вдоль и поперек знает систему южно-казахстанского надзорного органа. Работа прокуратуры южно-казахстанской области была признана в целом соответствующей всем предъявляемым требованиям. Недостатки, естественно, были, недостатки есть у всех, их нет только у тех, кто не работает. На собрании затронули и причину ухода Берика Култасова с престижной должности. Слухи о том, что главный прокурор области не прошел переаттестацию, не подтвердились. Наоборот, столичный гость заявил, что Берик Култасов ушел как настоящий мужчина. Господин Култасов вынужден был оставить эту должность по собственному желанию. Он подал рапорт на имя генерального прокурора в связи с тем, что отдельные работники прокуратуры области подвели его. Но это жизнь. Я лично считаю это мужским поступком. Своим выступлением Нурмахан Исаев жестко развеял все слухи и обсуждаемые в колуарах версии. Пламенную речь он закончил многозначной шуткой. Новый главный прокурор области поспешил успокоить своих подчиненных, заговорив о волнующей всех теме. Перестановка кадров будет, но небольшая. А в целом господин Иманов пообещал, что к своей работе он отнесется со всей ответственностью.